Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 956. Мама поручила Саше купить 1,5 килограммов печенья, 0,8 килограмма вафель и 0,5 килограмма конфет. Хватит ли Саше 360 рублей? Если 1 килограмм печенья стоит 72 рубля, 1 килограмм вафель 90 рублей, 1 килограмм конфет 240 рублей. Для того, чтобы ответить на вопрос задачи, нам нужно сосчитать, а сколько же денег нужно потратить на данную покупку. И начнем с того, что рассчитаем, сколько же Саше придется заплатить за печенье. Печенье 1,5 килограмма мы умножим на стоимость печенья на 72 рубля. Так, умножаем 5 на 2, 10, 0, пишем 1 в уме, 1 на 2, 2 и 1, 3, 7 на 5, 35, 5, пишем 3 в уме, 1 на 7 и 3 в уме, 10, складываем, получаем 0, 8, 0, 10, отделяем одну цифру справа, получаем 108, и это у нас рублей. Рублей. И это все покупка печенья. Значит, на покупку печенья потребуется 108 рублей. Второе. Теперь мы узнаем, сколько же потребуется на покупку денег на покупку вафель. Вафли стоят 0,8 умножить на 90 рублей. Так, ну, мы здесь устно посчитаем. Ну, так, мы умножим 8 на 9. 8 на 9 – это 72. Теперь, поскольку у нас здесь нолик, мы должны дописать вот так нолик. Ну, или если мы 8 на 90 умножаем, то это будет 720. Но теперь мы должны отделить одну цифру справа. То есть мы вот так ставим запятую, и у нас получается 72 рубля. И вот это будет на покупку. На покупку вафель 0,8 килограмма вафель, а стоимость вафель 90 рублей за килограмм. Теперь мы рассчитаем, а сколько потребуется денег на покупку конфет. Мы должны умножить 0,5, должны умножить на 240. Ну, давайте все-таки умножим. Вот так 240 умножим на 0,5. Вот так мы запишем, потому что мы не будем умножать на 0. Мы потом к полученному результату 0 допишем. 4 на 5 – 20. 0 пишем 2 в уме. 2 на 5 – 10 и 2 – 12. Теперь мы сносим вот этот нолик. А теперь отделяем одну цифру справа. Получаем 120 рублей. И это покупка конфет. Вот теперь четвертым действием мы узнаем, сколько обойдется Саше вся покупка. На покупку печенья это 108 рублей. На покупку вафель это 72 рубля нужно потратить. И на покупку конфет это 120 рублей. Все это нужно сложить. 8 плюс 2 – 10, 0 пишем 1 в уме. 7 плюс 2 – 9 и 1 в уме. 10, 0 пишем 1 в уме. 1 плюс 1 и 1 в уме – 3. 300 рублей – это вся покупка. Вся покупка. А вот теперь мы должны сравнить, вот это пятое действие, мы должны сравнить 300 рублей, которые понадобятся на всю покупку, и 360 рублей, которые говорится в условии, хватит ли Саше 360 рублей. 300 меньше, чем 360. Поэтому Саше хватит 360 рублей на покупку печенье, вафель и конфет. Запишем ответ. Спрашивается, хватит ли? Мы отвечаем, хватит.
Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.